На пешеходном переходе у магазина «Победа» пострадала 37-летняя Зареченко, переходившая дорогу от Центрального парка в сторону торгового центра. Водитель 1943 года рождения, управлявший автомобилем «Део Некси», двигаясь по проспекту Победы в сторону кольца, не заметил девушку, в результате чего сбил ее с ног. Вы видели, да, как все произошло? Что случилось? Вот что, он, видимо, ехал то ли с остановки медленно очень, а она, наверное, в магазине, может быть, что она забыла купить или что там забыла. И она с остановки быстрым шагом, ну не бегом, конечно, наискосок. И он ее толкнул в бок, она с сумкой просто упала. Случившееся зафиксировала видеокамера, расположенная у входа в торговый центр. На записи видно, что водитель двигался с минимальной скоростью, а после наезда на пешехода вышел помочь пострадавшей, затем вызвал полицию. Точные обстоятельства случившегося будут установлены после проведения проверки сотрудниками госавтоинспекции. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».